Сейчас мы продемонстрируем начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 4 года, кличка Лука. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство и все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Лакомство может служить сухой корм премиум класса, колбаска, сырок, то есть уже на что ваша собачка будет вестись. Хорошо место. Хорошо, Лука. Гуляй. По команде гулять собака должна гулять. Гуляй, пока. Гуляй, Лука. Ко мне. По команде ко мне собака должна хорошо, подбежать и сесть мне напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте рядом. Команду рядом. Команда хорошо, рядом дисциплинирует хорошо, собаку. По команде рядом собака должна находиться рядом. С левой стороны. Хорошо. При остановке сесть с левой стороны. Рядом. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные команды будете подключать поэтапно. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем выдержку будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первое – дача лакомства, оглаживание команды «хорошо». На первом этапе применяем три вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосовую оценку команды «хорошо». Подходим и хвалим собаку. Повторили команду, огладили, дали рядом. Лакомство. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем выдержку также будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние час-часы до кормления. Желательно на первом этапе в дневных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно не скупитесь на поощрение. Обязательно все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Подходим и хвалим собачку. Повторили команду, огладили, дали рядом. Лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, Лука. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Место. Команду «место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «место» от «сидеть», «лежать» или «стоять»? Более длительный интервал по выдержке. Собака может принять любое положение – сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать по команде «место», но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, повторили команду, огладили, рядом. Дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Ну, на этом мы будем заканчивать свою дрессировку. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 4 года, кличка Лука, свою работу окончил. Молодцы, ребята. Лука, молодцы.